C'est ici chez toi, Костель. C'est tout en bas de l'échelle. По-французски изящно, по тонким струнам души русской. Она объехала полмира, в каждом уголке планеты собирая истории об одиноких детях. В Самаре она вспомнила одного румынского мальчика. Jardin public. Мы прошли через сад. Et puis il s'est arrêté devant une grande plaque ronde au sol. И вдруг мы остановились около круглой крышки на земле. Il l'a soulevée. Он ее поднял. Et puis il m'a montré sa maison. И он показал свой дом. Sous la terre. Свой дом под землей. Под обаяние Доминик попала и Виктория. В третий раз, говорит, выходит на сцену с французской дивой. Она не одинока, но может представить, каково оказаться одной во всем мире. Сводный хор поет в защиту детей. Ну, вы из детей сирот, мы защищаем их права, рассказываем о них в песнях. Этот концерт бесплатно смогли посетить более 600 детей с ограниченными возможностями и из малообеспеченных семей. Легко на двух языках со сцены их убеждали. Они не одиноки. И Доминик приедет еще, чтобы снова напомнить. Дети – самое главное, что есть на планете. Айгуль Зиганшина, Валерий Шаронин. ГИС. События.